На сайте Законодательного собрания Нижегородской области начал работать онлайн-сервис «Открытые линии для семей мобилизованных». Кнопка онлайн-сервиса находится в правом нижнем углу главной страницы официального сайта парламента. Написав сообщение, к нему также можно прикрепить и необходимые документы. Каждый, кому важны данные вопросы, они могут написать совершенно спокойно свое обращение. И в зависимости от сложности ответа, или в течение нескольких минут, или в течение нескольких часов, мы ставим именно так задачу, мы будем отвечать на конкретные вопросы. Это очень важно для людей, которые проводили своих близких в ряды вооруженных сил защищать нашу Родину. Поэтому у них возникают вопросы, возникают проблемы, возникают страхи, сомнения. И для того, чтобы помочь разобраться во всем этом многообразии, мы создали горячую линию на нашем сайте. Ежедневно на открытую линию поступает от 5 обращений. 9 ноября с 17:30 до 19 часов на вопросы жителей, написавших в онлайн-чат, будет отвечать лично председатель ЗАГС Собрания Евгений Люлин. Также будут приниматься звонки по телефону 8-950-355-5020. Вместе с председателем ЗАГС Собрания консультировать жителей будут депутаты и юристы регионального парламента.